Привет, дамы и господа, с вами снова я, Зазепа. Начинаем сегодня проходить модификацию для сталкера, называется «Путь во мгле». Вот, модификация, в принципе, хорошая. Я ее уже успел поиграть немного для себя, и вот хотел бы показать вам, что это за модификация. Давайте начнем новую игру на уровне какой? Давайте мастер, может. Нет, давайте на сталкаче. Давайте поиграем, насладимся. Игруха хорошая, сюжетная модификация, ну и прочие плюшки интересные весьма. Проходить можно игру на одном дыхании, вот серьезно. Так что рекомендую посмотреть прохождение по этой игре. На моем, естественно, канале подписаться, вот, лайк поставить можно, я как бы против не буду. Так. Собственно говоря, как бы... Мы перебегаемся через кордон, через забор. Через secure area. Ребята, вас не смущает то, что здесь может быть вполне себе минное поле? Как перед периметром, так и за ним. Вот и кордон, не вздумай геройствовать. В карауле вояки шуток не понимают. Спокойно подходим, проверяем документы и отваливаем. Легенду не забыл. Могу повторить? Нет, это лишнее. Помни, если что не так пойдет, то по этим липовым пропускам вместо зоны прямиком в ад попадем. Хотя не уверен, что лучше. Думаешь, заметят? Не должны, но все может быть. То, что вояки сразу огонь не открыли, это хорошо, но не в случае чего могут и пальнуть. А потом скажешь, что так было. Такое здесь не редкость, даже легалов с пусками мочили. Но надежда-то есть. Надежда всегда есть, только говорится, шансов не пусто. И еще, в зоне нельзя спешить. Каждый неверный шаг может стать последним. Да и уверенный шаг тоже. Уяснил, а еще варианты есть. А как же, если вояки не во всю голову отмеченные зоны попадутся, то денег потребуют, которых нет. Так что сделаем морду лица попроще и глазами не бегать. Смотри перед собой, но не сверли. Усвоил? Усвоил. Ну что, двинулись? Погоди минуту, документы проверю. Эх, чернила еще не просохли. Блин, а подождать никак. Если размажется при проверке, то нам хана. Ладно, постараемся аккуратнее. Готов? Готов. Незаконный посетитель периметра влечет за собой уголовную ответственность. Сейчас время 5 утра, почти 6. Идем на слиповые пропускания, которые еще даже и не высохли толком. Ну, ребята вообще, конечно, красавцы. Хотя, может, там их только сейчас выручили. Ты! Стоять! Стою. Стоять, не дергаться, кто такие? Мы же контракты ученых. Порядка не знаете, документы посмотрим. Неверно, если что, стреляй без предупреждения. Вот, пожалуйста. Так, посмотрим. Разрешение, пропуск и просроченный, печать. Подписи на месте, вроде в порядке. Почему пешком, где сопровождающий? Машина сломалась, он с ней остался. Тут недалеко, пару километров, решили пешком добраться, так что все равно не проехали. Зона смертельно опасна. Добавил эту руку и вспоминает, чем они там делают, пусть остальные. А вас от зоны. И пусть сюда нас нет рада, держи свою опасности своей жизни. Спасибо. Не пытайтесь проникнуть на охраняемую территорию. Чернила? Стой, не прячь пропуск, печать поплыла, подделка. Ну молитесь, падла. Постой, не стреляй. На, блин. Сейчас тебя тут расстреляют. Ты смотришь, урод, думал, самый умный. Я таких, как ты, с утра десяток восход пустил. Не стреляйте, дайте сказать. Ну что ты можешь сказать, что вы пытались понять через охраняемый периметр? Я заработать хотел, давай договоримся. Договоримся, говоришь, что ты деньги давай и договорились. А сколько надо-то? А сколько за жизнь подельника не жалко, скажем, по 15 каждого, это еще по-божески. Он пока при мне останется. А если ты не думаешь, что я расход трежу и вольно простую весточку, то я продал, но тогда зона тебя глухим. Патрули имеют право стрелять без предупреждения. Я постараюсь заработать нужную сумму, сколько у меня времени. Может так, но учти, что
Попахать тебе изрядно придется. Если сочковать не будешь, то за пару дней, думаю, и больше заработать сможешь. Только не вздумай сюда всяких лампочек. Это не судебно. Зона смертельно небезпечна. Ну ты тут, короче, держись. Мы защищаем от вас. А вас от зоны. Не наражайте на небезпеку своє життя. Что мне делать? Не намагайтеся проникнути на територію, що охороняється. То есть я могу уже уходить себе спокойно, да? Снаряді у мене нету. Литься в зону з голим задом відправляюся. Attention! You are approaching the secure perimeter of an ecological disaster zone. Illicit crossing of the perimeter is a criminal act. Давайте доберемся до нее. Тут красиво все сделали. Там дом вообще выглядит иначе. Вот это как дом. Аномалию сюда прилетел. Надо быть осторожным. Поговорите с волком. Давайте поговорим. Старый добрый волк. Да, чего надо? Ты что такой испуганный? Случилось что? Мужики, выручайте, срочно нужны деньги. Может занять 30 тысяч, я все верну, честное слово. Да постой ты, успокойся, расскажи, что случилось. В Липе только есть мы. То есть мы с напарником по посту попались. У нас документы липовые, чернила расплылись, пока вояки проверяли. Теперь денег требуют. Любят моего напарника, а потом и меня, наверное, тоже. Сколько требуют? Я же сказал 30, по 15 штук человека. Ну так что, займете? Занять не займем, а вот возможность самому заработать мы тебе предоставим, когда деньги... Прикрой меня! 48 часов уложиться надо. Иначе даже думать не буду. Не хочу, что иначе будет. На, получай! Не дрею, все пучком будет. Но мерить все равно не стоит. Мало ли что они с твоим товарищем там сделают. Ты, кстати, в зоне впервые. Ну да, что, заметно? Ха, еще бы. Носит тут как на пожаре, ладно, хорош базарить. Ну так что, начнем зарабатывать? Начнем, что делать надо? Есть тут одна горячая голова, дуболовым кричит. Перспективный парень, да только резкий, как понос. Все он быстрее всех сделать хочет. Мутантов бить он в первых рядах, артефакты искать без него никуда. Еще недели тут не пробыл, а уже на свалку ушел, опытным всем. А сам еще совсем зеленый. Так я сам тоже большой день не пришел. Куда мне на свалку-то? Не рано, тем более, что я даже не знаю, где это. Ты не паникуй раньше времени, никто тебя на свалку не посылает. Если он уже сталкер, тот как Донин, пару часов назад он мне сообщение снул. Возвращается Владий, сказал, что нашел что-то интересное на свалке и хочет, что это Загнать Сидорович, торговцу местному. Ну, до сих пор были таких новостей. Ну, короче, я так понимаю, его найти надо. От меня даже что требуется. Найти его. Даже Васина живым и невредимым. Короче, если что, даже рюкзак можно вытащить. А где искать? А последним сообщением он написал, что хочет срезать путь через электричку в нашу местную достопримечательность. Значит, не поиски оттуда. Прикрой меня! Бла-бла-бла, как туда разбираться. Собираю все оплату за проход. Так, подожди, кто там? Короче, там братки собирают оплату. Короче, попробую договориться за водягу. Также, конечно, есть под мостом, да только там опытные сталкеры эти опасаясь. Что ж про тебя говорить. Ты труп, мужик! Это жарок, что любой неверный шаг может стать последним. Если в жар хоть попадешь, то пекло золотой кочкой покроешься. Ладно, короче. Держи от меня! Короче, дали нам еще макаров, плохо. Сколько у нас патронов на 5 макаров? 50. Тебе крышка! Эй, дух нашего! Они там боятся. Военными, что ли? Ладно, короче, я лучше трупы залутаю, как-то такая пристрелка вышла. Я за всякие
сворачиваете сюда. А военных там не повалили? Размолотим! Я так понимаю, ребята мешают пока за окно, да? С военными. Все свои патроны. Может, у вас как-то сторона доразделалась, нет? Ничего, сейчас не падает? Блин, обидно. Мистер Кабан, а что-то вы так повесились? Хотя бы лапу с вас режем. Так. Ладно, посмотрим, что у вас по патронам. 71. У нас хватит еще один, давайте. Забинтуемся. Подпустим что-то батончиком. А ХП-шка регенится потихоньку. Ладно, я думаю, пока сойдет. Ой-ой-ой, здесь у нас радиация еще кушает нас. Ну что, давайте с братками поговорим. А вот и пропустим за пару флямов. Слышишь, ты это? Ты прибери волыну и топай к нам, побазарим! Побазарим, ёпта! А ну-ка стой, фраер! И чтоб ствол твой дулом в землю смотрел! Так, Кей, добро пожаловать на скромный уголок счастья, уважаемый! Извольте ознакомиться с нашим прескурантом! Чё? Чё-чё, бабки гони, вот чё, нет мне денег! Кей, ну ты юморной, и куда ты без бабосов собирался, дурень? Нет бабосов, нет снаряди, нет снаряди, нет артов. А нет артов, и чё там дальше-то? А, нет артов, нет бабосов. Железная просто непробиваемая логика. Вот как порочный круг называется, влюбился... в натуре за душу берёт. Ты валяй отсюда, пока цел. Потом ещё спасибо скажешь, тоже мне супергерой нашёлся. Мужики, минуту сторону надо, очень надо. Может, договоримся? Конечно. Надо ему. Мне, может, похмелиться надо. Ну так, я же не пристаю к тебе со своими проблемами. Это может водки возьму, что у меня есть. Вы с кем там воевать собрались? Ну, чики-брики в дамке! Не мандражу, пацаны! Обходим! Сейчас мы...
пацаны? Давайте я сохраню сейчас. Так, я не знаю, ну давайте 12 назову сейф. Ладно, короче, я так понимаю, это не вариант проскочить на авось, пока они там отвлеклись все. Придется решать проблему иначе. Ща мы их! А ну, чики-брики! А ну давай, давай! Давай сюда. Да, давай сюда, если переоденем. Так, у нас здесь 90 патронов нету. Ну, Форд 12, он, конечно, лучше, но поломанный немного. Нет, давайте пока Форд 12 оденем. Что он ломается? Доставай водяру, помянем жмуров свежих. Что здесь еще? Ну, отлично. Пока они тут воюют между собой, я их лутаю. Так. Мне столько ПМов и не надо. Давайте козягу зарядим. Сразу волыны нормально разжигают. Ну типа я слушаю. Я типа слушаю. Давай. Там это у нас все блокпост топает. Ну, сейчас с тобой перетереть надо будет. Подожди, это тебе этого похмеляться надо, да? Нету жизни, блин! Нигде нету! В городе менты шмонают, тут салабоны гоняют. Волына это, конечно, хорошо, только бугор как дал, так и отобрать может. Вот именно. Так, бугор. Что, давай по новой? Не, ну твою мать! Нет, это не ну бугор. Нельзя ж только ничего не топтать. Где ваш там главный? Кореш, мне сейчас не дотёра. Слышишь, иди с другими трепись, я пас. Можешь перевалиться вас всех к чертям, а? По-моему, идея неплохая. Вот сука! За что, блядь? Я понял. Я устал от вас. Я понял, что... Да, устал от вас. Именно устал. Вали! Вали его! Баллоны не взрываются. Понял? А жмуром добрый! На тебе гранату! Жмуром со мной поделится, ага! Вот это, блин, басота попадается! Конкретно басота! Сучья! Убери волну! Вы кто, блин? Да хрена вы меня болеть стали? А ну давай! Что здесь происходит? Заходи, сбоку заходи! Не, я застрял. Не могу, вали, вали его! Так, я так понимаю, лучше сохранить. Чики-брики в дамке! Ёп! Ааа!
магическим способом все. Я не понимаю, куда дробину он спрятал. Тыранули меня, пацаны! Ща не так тебя тыранет. Ублюдок. Где ты здесь? Кстати, он решил. Давай, делись. Боже мой. Вот там еще чек. Ты что, тебе урод? Давай поцепляйся. Да что, он здесь вывоз, что ли, скоро? Да, понял. Ну, сейчас заодно... Сталкеры, внимание! Идет выброс. Повторяю, идет выброс. Советую всем срочно подыскать укрытие. Да-да. Что, облетает тут все? Твоих братанов поддаю. А ты мне
бабосик за это. Так, держи детектор, все равно мне второй ни к чему. 1600. Бабу бы. Бабу бы. Приголубил бы любую, лишь бы все нужное на месте было. Так, ладно, давай. Пока до свидос. Что у нас здесь? Здесь поспать можно. О, ты кто? Ищи. До встречи. Ясно. Мне явно не к нему. А куда мне, кстати? А, мне кстати, попал. А почему задание, кстати, не активно? Ну, конечно, на так его склада. Ну, пойдем. Поищем сталкера. Здесь там аномалий не особо много. Что у нас тут? Ничего нет. Ладно. Так, ну надо нам двигаться вдоль железки. Желательно не через кусты. Это явно мутант. Лучше сейчас перебить, чем потом. Ну, хотите прийти в замки, выходите. И что, все? Один мутант? А, остальные в аномалии погибли. Куда они дорогут? Все равно вас стрелять нету никакого смысла. Так, где-то здесь находится. Один. Давай, бегом отсюда, бегом. А, опять. Будем отстреливаться по мере поступления. Ну ладно. Он со мной посоревноваться, подумал. Просто типа туда бегу, ну подберу-ка я с ним там, на перегонки. Добрый мистер Кабан попался нам. Так, сохраниться, посмотреть. Что это за артефакт такой интересный? А, я не могу посмотреть. Вот камни. Это тот новичок притащил, что ли? Так. Давайте занесем. Так, а здесь мы пройти сможем? Нет, здесь походу на жарке. Помню, говорил волк. Не, ну я бы такой же попробовал бы, конечно же. Почему бы и нет? И здесь. Без спецзащиты нам лучше сюда пока явно не соваться. Даже подходить к этому месту. Да-да-да, мистер собака. Ух, аномалия. А тебе оттуда сможешь? Терпеть. Не хочу стрелять просто потому, что не особо мне это выгодно. Да и деньги надо копить. Пусть товарищи. Так, братки, которые здесь были. Привет, все главы не строили. Кто-то воюет, как всегда. Давайте достанем ТОС. Заглянем в ангар их нелюбимый. Так, здесь кто? Здесь братва сидит. Но она на меня не агрится. Так, может с тем здесь получится? Ныкайся, пацаны! Ну, доставай его. Типа я слушаю. Да-да-да. Ну, доставай. А, я, конечно, тебе патронов лишних продал бы.
Но лишних патронов не бывает, поэтому... Поэтому не будет. Так, кто у нас здесь лежит? Что за молодой человек? Заходил! Заходил! Ну, калаш. Неплохо. Одобряю. Так, а калаш? Калаш нам... Кастозом-то бегаю. Кастозом КТ, но там подобнее отбиваться, и против людей он неплохо пахает. А я на кастозом лучше побегать. Кабаны. Вон, смотрите, там ваша братва лежит. А, поняли, отступили. Как-то кабаны все время тут вместе с плотями, как и плоть, да? Это странно. Проставили их, знаете, в разные локации. Маля ее заметил. Ну, привет. Привет. Пока. Какие-то запчасти валяются от машин. Так, давайте с Волком поговорим. Привет, Волк, был я у электрички, короче, что нашел? Рюкзак нашел, сталкера не нашел, честно, времени искать было немного, там кабаны свирепствуют. Так что извини, видимо, дуболома кабана забили. Да жив он, жив дуболом, минут 10 назад прискакал. Дал 5 рублей, ничего внятного сказать не может. Мы его в подвал оттащили лечиться, а ты молодец, по такому случаю держи от меня премию. Еще кое-какую работу платить, хоть и немного, но стабильно. Так что ты к нему загляни, если еще не остыл. Если еще не было. Если еще не было. Господи. Звать его Сидоровичем. Живет он в бункере за деревней. Если какие-то вопросы будут, то походи, не стесняйся. А с вещами как поступить? Да до дома я отдаю, хотя если по-хорошему, надо было его проучить и вещи не отдавать. Ну да ладно, он сам все уже наказал. Спасибо за помощь, Волк, увидимся. Да, Волк, короче, увидимся. Где там этот баллон? В подвале сидит? Ты? Здорово, брат. Здорово, герой, я тебе вещи принес. Ты в рюкзаке у костра оставил. О, еще один. Если бы ты по малой нужде стоял из кустов, кабан на полном ходу выскочил. Мне уже не до рюкзака тогда было, как я на тот вагон слетел, уж и не вспомню. Зверё прям с утра с ума посходило, представляешь, пока шёл со свалки, у меня чуть ли не из каждого куста какая-нибудь тварь выскакивала. Или ноги унес, решил передохнуть у электрички, а тут эти кабаны. И Волк про тебя рассказал, спасибо, что на поезде отправился, уважаю. А вещи мои себе оставь, этот хлам мне больше не нужен, если теперь такую снарягу куплю, закачаешься. Рад, что с тобой все в порядке. Спасибо за снарягу. Давай КПК, вот себе еще координаты моего тайника. Припрятал там автомат про запас, забирай за честность. Ну, спасибо, удачи. Не, ну хороший пацан. Мало того, что мне свои фотки оставил свои вещи. Так еще и. Короче. Что это у нас здесь? У нас здесь, я так понимаю, какая-то мычка, да? Посмотрим. Сохранимся, конечно. Я так понимаю, она в подвале где-то, да? Где? Это? А, вот. Это, наверное, есть вот тайник. Там состояние автомата. Ну, неплохо. Вот это все тогда подавал бы. Так, наверное, сделаю. Ну, а кашку, конечно же, я оставлю себе. Давайте пока к Сидору расскажу. Здорово, рад тебя видеть. Ну чё, давай о деле поговорим. Саван, привет, все деньги еще нужны. А то я тут для тебя работу нашел, короче. Так, что интересует? Меня интересует, за какую сумму ты купишь у меня вот этот пистолет. Нафига ты эту дрянь тягаешь? Кстати, юмпишка так неплохо продается. Блин, оставить себе или продать? Наверное, продать. Неплохо. Хороший товар.
На, еще один детектор себе забери. Артефакт, который... Неплохо. Хороший товар. 10 бутылок водки. Тяну, мне тоже не... Что за бодягу ты мне приволок? Бодягу? Это ж водяга. Ты че? Это ж ценный продукт. Особенно в зоне. Дед, где тут торговцы найти можно? Сидович какой-то. Дед? Ха-ха, деда, ха-ха, даже... Ой, не могу. Чё смешного-то? Ты что ли, Сидович? Мне сообщение пришло от тебя, что за работа? Ты постой ты со своей работой. Ох, ну вот и приплыл. Молодёжь дедом называет. Ох, чего тебе? Работу ищу, сказал ведь уже. Как звать? Как того же у тебя незнакомые. Я тут недавно, звать Соланом. Вот что, Салан, прежде чем дать тебе нормальную работу, я должен удостовериться твоих способностей. Для начала, все по стандарту, притащи мне какой-нибудь артефакт, желательно что-нибудь из пекарни. Приснится время, успокоить стало, погреть хочу. Короче, дед, ты что, смеешься? Мне 30 штук. Способом ты мне сейчас займешь, короче, хочет занять меня. Молодец. Ты чего не догоняешь? Ты либо соглашаешься на мое щедрое предложение, находишь для меня какой-нибудь артефакт, либо валишь на все четыре стороны. В зоне больше копейки не заработал, выбирай как поступово. Ладно тебе, мужик, я все понял, не дурак, найду я тебе этот, как там его артефакт, шмартефакт. Ладно, короче, у нас нету особо много времени, базар. Будет еще что-то нужно, заходи. Да-да, непременно. Ты 5 бутылок водки за 75 рублей купил, это еще учитывая, что это территория зоны. Нереалистично. Уж очень у тебя цены не очень такие. Очень не очень, прям, патология, да, получается. Так, нет, то есть работы. Сафари. Я бы не был никогда на сафари. А хотелось бы, у нас тут, конечно, не саванна львов. Уж извиняюсь, зато кабаны такие, что твоему льву 100 очков форы дать могут. Короче, надо будет, походу, кабанов перестрелять. Вот их надо утихомирить. Скрин с ребятами буквально несколько минут назад ушли. Хотят посмотреть мутантов в окрестностях деревни. Хотят пострелять, да. Почему бы и нет, зверят действительно много до сих пор. Кабанов электрически забыть не могу. Зачистка у нас 6000 рублей, если нормально. Ну, давай. Зачистим у нас координаты. Так, мне бы всяких ламп поскидывать, ну, серьезно. И сиськи с этим кейсом. Спать мне некогда. Так. Может, у Сидора что получится оставить? Вот, вот сундук, который я почему-то не могу открыть. Давайте, знаете что? Надеюсь, что эти вещи не пропадут. Пускай у меня вот здесь, короче, будет тайник. Хорошо, стабильно. Что по патронам? 17 дроби, 24 калаша, 112 на UMP. Дофигища патронов на Макарич. Ну, на топ. Ладно, нет времени улетать, пацана. Я не думаю, что это что-то интересное. Хорошо, я уже не улетал. Ну что, пацаны, здорово. Слушай! Здорово, сталкер, решил с нами на сафари. Ага. Да, не оставай. Ну, привет. Сейчас у нас будет пострелухи. Вообще, в таком случае, если у нас пострелухи, то я взял бы на первую линию. А, собачка. Подожди. Все. Опять ты где?
закончили. Все, мужики. Понятно. Не, так разговора не будет. Ты оружие, оружие да, прячь. Да. Парни, не расслабляемся. Короче, ясно. Посижу, мне тихо, не будет. Еще немного подождем. Всем спасибо, все свободны. Это электробудка. Что у нас там будет? Еще? Ладно, пойдем к волку поговорим. Постоял мутант. Уже вернулись. Как тебе наше местное сафари? Отлично. Это будет как-нибудь повторить. Это, пожалуйста, твари тут всегда хватает. Кто столько берется, ума не приложу. Ладно. Размышления в сторону. Вот твоя награда. Если будет еще какая работа, я тебе скину сообщение. Удачи. Ну, неплохо. Неплохо. Я думаю, на этом можно завершить. Сохранюсь-ка я здесь, да. Ну и продолжим, собственно говоря, в следующей серии. Я с вами был Зазепа. Всем пока.